Привет, Срабынина. Тут у нас водятся мыши, которые Надя сегодня пасет. По-другому не скажу. А Муся еще не дошла сюда. Вот здесь, вот в этой вот кучке, живет мышка. Надюшка тут все прополола. Лучок, вернее, начала уже полоть. Тут флоксики, лучок. Тут клубничку всю прополола. Вон красота какая, ну вымерзла много. Вот интересный нарциссовидный лук. Очень вкусный. Красота. Здесь вот клубничка тоже подмерзла. Надо осот еще выдрать. Ой, тут ландыши. Нет, забирай огурец, мы сами съедим. Тут капусточка цветная, вот. Там лилии, пиончик. Тут баба Галя ходит, пугает мышей. Это ты, Вася, отчет? Ага, мини-отчет. Тут мы с мамулей вон георгинчики посадили. Или прячем от солнышка. Ага, чтобы... все прикроешь, да, это травкой. Пока травка прикроешь, чтобы не... Ага, тут вот крыжовничек спит. И вкусные. Ой, огурчики. Ой, какие огурчики в бочке, чуть мимо не прошла. Ну-ка тут. Тут огурчики где-то спрятались. Вот они, огурчики. А, тут самые первые будут. Хорошенькие. Ну, пойдем в теплицу зайдем. Что тут есть? О, тут шпинат тут уже перерос. Помидорки бабуля Галя уже подвязала. Ну, не все, правда. Шафраны тут по пояс. Бочка с водой. А тут помидорки и салат вот такой вот вырос. А это капуста уже, которую бабушка не знает, куда пристроить. Ну, там уже посадила мегатон. А это вот салат айсберг, который... шариками такими закручивается, завязывается и превращается в вкусняцкие качанчики. Ну, до качанчиков, конечно, не дорастет, но будет хорошо. Помидорочки вот уже подвязала сегодня.